Добро пожаловать на канал Harder Than Info. Это устройство Motorola Moto G7 Power. И сейчас я покажу вам, как на этом девайсе изменить мелодию вызова. Итак, открывайте меню настроек. Открываете пункт «Звук», открываете пункт «Мелодия звонка», там для сим-карты 1.2, и выбираете одну из доступных, например, мелодий. Например, это, и нажимаете «Ок». Для сим-карты 2 точно так же это все делается, то есть именно так, как бы, в принципе, о боже. Именно так, как он предлагает. Вы можете также нажать «Добавить рингтон» и установить на мелодию звонка любую музыку, любую песню, любой трек, который есть у вас в памяти. Да, то есть, который скачан на ваше устройство. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.